Какой же ты мне брат, если не веришь? Пропащий ты человек, а не молочный брат. Выбирай любого. Ладно, Осман. Я оставлю тебе коня. В долг. Но цены не уступлю. Только не называйте меня своим братом. Ты давно меня предал. Я? Разве брат покупает отца невесты, чтобы отдать ее за другого? Чтобы освободил Аллах от нелюбимого. Год уже, как его нет. Год ждала я, чтобы с тобой свидеться. Зачем же теперь на меня не смотришь? Зачем обходишь наш дом стороной? Убей! Только не молчи. Что я могла сделать без тебя? Я от горя себя не помнила, когда мне отец уж давно наложил на себя руки. Здравствуй, Кадыр. Едем с нами, Баграт. Какая радость одному. Тебя и нас обижала княгиня. И с Османом ты по делам рассчитался. Не гожусь я в греки, Кадыр. Для меня, что трудом нажито, все свято. А грек, торговец, честный. Ступайте с миром. Хочешь заработать? Грек. Как можно, Баграт? Разве я похож на предателя? Нет, Алексей. Ты не похож. Разве кто на его месте такое бы вынес? Расстанемся, пока хороший, он сказал. А сам-то подумал, пока мы его не предали.